Всем привет! Сегодня хочу показать комплект переоборудования под насос дозатор Т25 модернизированный. В нем есть уже кронштейн дозатора. Сюда устанавливается насос дозатор. На Т25 желательно сотый дозатор. Устанавливается сверху крышка, она уже зацентрована. Болты идут в комплекте, штуцера. Дальше у нас идет кронштейн рулевого цилиндра. К цилиндру идут наконечники. Потом у нас идет привод НШ-10, вот здесь уже есть шлицы, НШ-10 идет гидросила только левого вращения на Т25, флянцы к нему, шкив коленвала Т25, если нету, можно у нас тоже его приобрести. Здесь ставится специальный сверху шкив и через ремень профиль А передается ременная передача. Весь комплект можно у нас приобрести на сайте. Ссылку оставлю ниже. По всем вопросам звоните или пишите.